Пабдупам! С вами Дог Мамани и мои собаки Чихуа Софи и Эйвен. И сегодня наша постоянная рубрика «Собака в образе». В прошлых роликах вместе с Эйвеном и Софи мы перевоплощались в ботов и даже в рэперов по желанию Эйвена. И мы просили вас в комментариях написать, кого бы вы хотели, чтобы мы перевоплотились в будущем видео. И в прошлом ролике я увидела очень интересный для себя комментарий. Так что сегодня мы будем в ретро-стиле. Ну что ж, поехали! Чтобы в таком стиле надеть Эйвену и Софи. Все одежки, кстати, как я говорила, я заказываю на vestisdog.ru, в том числе для прошлых роликов о готах, Хэллоуине и так далее. Кому интересно, ссылка будет в описании к видео. Кажется, я знаю, в чем будет Софиша. И для Эйвена нашелся отличный вариант. Ну что ж, они будут просто супер. Теперь осталось разобраться со мной. Вот такое вот платье в вишенку. Оно, кстати, без бретелек, что свойственно для ретро-стиля. Из-за вот этого вот бантика на спине и резинки довольно тяжело дышать. Осталось сделать прическу и макияж. Я, наверное, начну с прически. У меня ничего не получается. Вот так вот за ухо. Надо было сначала воском делать, а потом... Сейчас воск кусками ляжет, у меня будет перхоть на голове. Может, мне все-таки в Эму сегодня превратиться? Бабуля, вам нравится моя новая прическа? Если да, пишите в комментариях, я буду ее чаще делать. На многих картинках в ретро-макияж я видела, что они красили брови. Я думаю, у меня достаточно темные уже брови для ретро-макияжа. Реально много туши на ресницах. Моя проблема в том, что когда я крашу ресницы, они становятся настолько длинные, что начинают пачкать веки. А вот это не хочет идти. Не хочет. Хорошо, что у меня всего два глаза. Теперь нужно намалевать веки немножко. Так, дети. Скорее, во времена ретро губы красили в красный, но у меня нет красной помады, поэтому губы будут розовые. Пу-пу-пи-ду. Теперь мы нарядим Софишечку. Нарядишь ретро-платьишко. Будешь как мама в платьишке. Ай, Софи будет звезда, красивая девушка. Вот такое вот ретро-платьишко у Софи с красивым бантичком. И, конечно же, в горошек. А бусы? Бусы, мам, где? Давай их наденем. Какие у Софиши красивые бусики. Мам, ну все, мам, ну хватит прикалываться, собак не пудрят. Собакам пудра не нужна, они красивые и так. А сейчас мы нарядим нашего прекрасного джентльмена. Ну, конечно, это не рэп-стиль, как ты любишь. Вообще-то, как бы, я вижу разницу. Вот здесь у Эйвена вот такая вот сначала рубашечка, а потом уже застегивается пиджачок. Сзади у Эйвена этот костюмчик выглядит как смокинг. На рукавах у Эйвена вот такие вот полосочки. Я думаю, мы готовы. Пу-пу-пи-дум! Также, конечно же, в ретро популярны не только стиль одежды, но и мебель, плакаты, автомобили и, конечно же, музыка. Джентльмен. Ну, пожалуйста, прости. Нет, так не ведут себя джентльмены. Ну, прости. Ладно, ладно, тогда ты сам коровка. Ну, ладно, только я не коровка, я бык. Ага, я бык. Бык. Фух, надеюсь, наше перевоплощение вам понравилось. Если да, то обязательно ставьте лайк этому видео. Если вы хотите еще видео из этой рубрики, тоже ставьте лайк. А те, кто нас видит впервые, подписывайтесь на наш канал. Пишите внизу в комментариях к этому видео, в кого нам перевоплотиться в следующий раз. И ваш комментарий попадет в наше видео. И ваше желание обязательно воплотиться в нашем будущем образе. С такой прической мне стать рок-звездой. Ладно, ладно, ну можно было бы стать рок-звездой. Да, да, можно было бы, ага. Любите своих собак, и будет вам счастье. Я бы хотела в будущем ролике стать принцессой, а ты бы хотел? Принцессой? Я не хочу быть принцессой. Ну, в смысле принцем. Ну, может быть. Хотя лучше я бы стал королем. А я королевой? Ну да. А может, Софи нам стать школьниками? А что мы будем делать? Учиться. Учиться никогда не поздно. Учение свет, а не учение тьма. Запомните, это Эйвен вам говорит. Эйвен, съемки уже закончились вообще-то.
Ладно, я пошел.